Ежегодно во всем мире 7 апреля отмечается День здоровья. В этом году он проходит под лозунгом «Построим более справедливый, более здоровый мир». В Казанском университете в этот день тоже традиционно проходят спортивные мероприятия. О том, как прошел День здоровья в нашем вузе, узнаете в следующем сюжете. День здоровья в Казанском университете прошел в 5 спортивных комплексах. Проходит большое количество мастер-классов во всех спортивных залах и во всех спортивных комплексах. И в спортивном комплексе «Бустан», и в спортивном комплексе «Москва», и в «Униксе». К примеру, в «Униксе» в 2 залах прошли круговые тренировки для студентов. По словам Валерии, одной из студенток Казанского университета, уроки физкультуры всегда проходят активно. А сегодня, в День здоровья, была возможность как раз показать свое физическое развитие. А мне очень нравится заниматься спортом. Это не только потянуть фигуру как эстетический какой-то вид, но и, в принципе, для здоровья. Также желающие могли сдать анализ на определение ВИЧ, измерить давление или просто пообщаться с психологом. Для проведения данного мероприятия приглашены сотрудники ГАУС «Городская поликлиника номер 21», а именно стоматологи, терапевты, приглашена лаборатория и клинический психолог. Со стороны КЦСО «Доверие» также приглашены психологи, которые проводят индивидуальную и групповую работу. В День здоровья в стороне не остался и Александр Гусев. Он вместе со своими коллегами продемонстрировал свои силы в игре в теннис. Поддержание хорошего тонуса, возможность сделать тяжелую, важную, нужную работу. Все это приносит настольный теннис. Он не контактный, не опасен с точки зрения травм, и поэтому очень горячо любим. В спортивном комплексе «Москва» прошел мастер-класс по фитнесу «Аэробика Микс». Будьте здоровы и заботьтесь о себе. Энджи Минибаева, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Фарид Захидоглы, Универньюз.